Итак, друзья, всем привет. Куда мы пойдем? Козочка пойдем. Козочка пойдем. Кроме козочки где? Козочки где? Где дети? Маша ходит в гости к папе. Где он на спине у папы? Через кормушку залазит к папе. Ой. В гости. Пошли. Яков. Выходи, Яков. Яков, выходи. Бывало я. Яков второй. Пусти их на улицу, если уходят. Это боец с коричневым поясом, медведь. Гром, на улицу! На улицу! Это кто у нас? Это Ромашка, девочка беленькая. А мальчик Том. Том и Ромашка. Идите погуляйте с большими, с бывалыми. О, бывалые уже. Уже Маша здесь. О, Маша такая оторва. Просто, смотри, она будет бодаться тут со всеми. С большой, с мамой будет бодаться. Конечно. Ой. Алёта, ну куда ты пришла в гости? Рада стала мамой. Том и Ромашка, да? Угу. Я уже запутался, кто здесь кто. Это они, да? Что? Это они вот здесь? Да. У него ноги белые, передние, а задние черные. Томик, что ты там хлебешь? Машка, Машка щемит. Гром на улице! Видишь, у нее черненькая такая серенькая полоска по спинке. Ромашка! Ромашка! Гром на улице. О, пришли знакомиться. Это так это же эти бывалые. Медведь пришел, да? Медведь, вот Яков. Яков второй уже кабан. Бывалый. Бывалый. Ну. Там еще две девочки, Ночка и Зорька. Ты тоже не боишься, да? Ты не боишься, когда... Никто же не боится. Златочку. А тут у Златы. На Златы. Ночка и кто? Зорька. И Зорька. Это Зорька белая, да? Да, у нее желтенькая полоса по спине. А Ночка под скамейкой сидит. Медведь! А, медведь! Медведь! Гром на улице! А это Ночка. Ты Ночка, да? Мамина дочка. Мамина дочка. Она точно такая же, как медведь, только с сережками. Вон, медведь пошел. Медведь пришел. Медведь смотрит на девок уже, до девок гораст. 15 вот. Дней медведи. Зорька. Ночка. А кто там идет? Ночка. Медведь вон залез уже, смотрит на мамку уже. Не на мамку, на... Это кто она ему? Тетка, да, не? Тетка, да. Злата ему тетка приходится. Ну? Ну? О, уже я как козел старый. М? Уже как козел старый медведь. Язык достает свой. Я ж тебе говорю. О, кушать пошел, здрасте. На угощение пошел, здравствуйте. Что это колхоз у нас такой? Угостился? А их Злата не прогоняет? Ну, а Злата добрая. О, уже бодаться. Ой, какая. Видишь, что творит он? Медведь, посмотри, видишь? Язык. Да, уже как Йор, как у старого козла у медведя уже. Уже готов, уже готов. Молодец, вот молодец. От... 2 недели от роду. Вот ранний малец. О, нашел.
Миш, медведь, не позорь. Что хрюкает он? А здесь с красным это рада? Рада. А это ведь дети, да, вон там из-за нее получается? В доме ромашка, да? Да, да, да. Угу. Машка и в печку залезает, поэтому дверьку закрывает. Так оставляла для вентиляции, она залезает туда в середину. Но они угли едят, я им приношу угли. Да, им надо микрофлору создавать. Надо идти каких-нибудь принести им книги. Что тут? Медведь? Медведь, здоровье. Медведь. И Машка. Ай. Том, Томик. Томик. Сколько красивый Томик. Красивый Томик, да. Кто же уже скачешь на девок? Маша, да, пошла? Машка, да, пошла. Зорька, мама ушла, да, потеряй. Да, сестричка твоя, не надо драться. Громик, ну выпусти их на улицу. Зорька плачет. Маму потеряла. Угу. Ой, какой ты Том нарядный. Такой нарядный козел. А ты корматься рада. Только по карману шарится. Эти самые узла... Ой, у Рады самые маленькие, да, получается? Да, на один день у них разница со Зоркой. Привет, привет, привет. Привет! Привет! Твоя, твоя девочка, твоя, своя. А это кто вот маленький? Это Том, да? Нет, это не Том. Это Ночка. Это Ночка. Ой, я запутался. Лежит гром. У входа, да? У входа, да. Ой, в стенку. Это Маша, да? С полосой. Да, 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 Маша. Иди на место, Наточка, иди. Давай гостей этих туда. Ночь, это Ночка? Или... Да, это Ночка маленькая. Гости, пожалуйста, уходите. Ночка, пойдем к маме. А, так и пойдем к маме, пойдем к маме. Зоречка, пойдем к маме. Вот твоя девочка. Златик, иди на место. Гости, давай. Иди, сейчас принесу. Медведь. Тихо, тихо. Это медведь. Вот он медведь. Вот он медведь. Мне Ночка нужна. Медведь. Ты медведь? Мама расстроилась, слушай, Маша. Сейчас я тебе немножко зернышек дам. Яков второй. Яков бывалый. И с ним же медведь, да? Ты медведь? Да. Ты медведь? Какая у них разница? Месяц какой, не? Да, 28 дней. 28 дней разница.
у Якова с медведем. Маш, ты самая проходимка, да, здесь сейчас? Да. Маша. Твой братан медведь, который бьется с Яковом, дерется уже. Который на месяц его старше. Э, ты хабам! Кого ударил? Да не ударил, верхом уже на Машу. Маш, ты у них нормальный юбилей. Кто там? Мальцы. Мальцы там щемятся. Мальцы щемятся-то, да? Да, Яша? Твой друг медведь. Что, Гром, у тебя глаза разбегаются, а да, я уже? Я предупреждала учесть считать до семи. Уже, Гром, у тебя разбегаются глаза. Медведь, стой, какая. Тихо, 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 не бейте его. Это Рада, да? Рада, да. Он молодец, мамка. Яков, ой, этот Яков. Томик. Громик, не трогай их. Пускай походят немножко. Получишь ты в лобень, уже Шарлотта один раз врезала ему. Ах, какой красивый, нарядный Томик. А Якова нету, да? А где же он? Маша здесь. Угу. Якова нету. Медведь здесь. Странно, а где Яков? Не знаю. Ели ли вам хозяева? Сегодня мы познакомились с козлятами. Так, Яков второй. Потом у нас родились кто? Обожди, я сам скажу. Медведь и Маша. Потом у нас... Потом кто-то следующий был. Ромашка и Ночка? Ночка и Зорька. А, и Ночка, Ночка и Зорька, потом Ромашка и Том. То есть семеро козлят. И Гром, воспитатель. Щелкаешь челюстями, как серый волк. Кто там? Кого-то учил, не знаю. Друзья, всем пока. С вами был канал Экваториальный выходного дня. Всем мира добра, будьте здоровы. До новых встреч.